Кино на ТВ Рус. Первая неделя работы. Вы мне что обещали? Найти спутника жизни. У вас есть 24 часа, чтобы найти мне парня с обложки. Будет он молодой и красивый. Мы собираем вещи. Нет, мы ищем мужчину. Мне бы племянника пристроить. Молодого? Молодого. В услугах брачного агентства не нуждаюсь. Мужчины шарахаются от брачного агентства, как от ЗАГСа. Он мне нужен любой ценой. Я владелица брачного агентства. У меня нет проблем. Побудьте идеальным мужчиной для одной очень требовательной клиентки. Вы меня за кого принимаете? Ну вы же артист. Я долго не останусь. Давайте ближе к гонорару. Кого надо обаять? Владелица похоронного бюро. Ей нужен красавчик и последний романтик вселенной. Никакого интима. Я ослеплен. Теперь главное, чтобы он продержался как можно дольше. Ты сделал меня. Это было несложно. Не работа, а мечта. Максим Радугин, Евгения Серебренникова. В фильме «Идеальный мужчина». В пятницу на ТВ Рус.